Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале, и у нас с вами снова небольшая распаковочка. Посылочки пришли уже давно, и как вы видите, я их открыла, чтобы отчитаться продавцу, что все в порядке. Все они пришли примерно в одно время. Примерно, значит, посмотрим. Одна пришла 7 августа, была заказана 26-го. Вторая пришла 9-го, была заказана тоже 26-го. Третья пришла 14-го. И четвертая 13 августа. И все они были заказаны в один день. Здесь 4 абсолютно одинаковых заказа, поэтому я и собрала их вместе. Давайте с вами их посмотрим поближе. Это дыроколы, или как их еще называют по-другому, для скраббукинга, либо каких-то других творческих направлений. Единственное, что они оказались очень маленькие. На сайте в описании совершенно было не ясно, какой размер стоит. Но я ссылочку вам оставлю. В принципе, уже когда я их получила и стала смотреть описание на сайте, я поняла, в чем, собственно, моя, ну, не мое недопонимание в этом плане. То есть на сайте написан размер самого штампа, самого дырокола, то есть его внешние размеры. То, каким будет вот этот вот элемент, размер элемента, там не указывается. Вот, поэтому многие ошибочно берут, думая, что размер будет большой. На самом деле он очень маленький. То есть, сейчас возьму линеечку. Ну, то есть вы можете посмотреть вот размер самого, да, этого дырокола. В принципе, размер, вот я сейчас меряю, да, они именно так и пишут. А размер отверстия, вы можете видеть, что где-то, ну, 8 миллиметров примерно. То есть они очень маленькие и полностью соответствуют, ну, вот этим картинкам, обозначению. В общем-то, ну, я немножко разочарована, не знаю, может быть, подарю их кому-нибудь. Стоили они все одинаково, по 64 рубля. Ссылочку оставлю на каждый. В принципе, не на каждый, они все покупались у одного продавца. Поэтому будет, наверное, одна ссылочка. Вот. И, ну, что хочу сказать? Хочу сказать, что будьте внимательны к описанию, к размерам. Вот, в общем-то, я их брала для того, чтобы вырезать из фома. Но из фома это очень мелко, и он практически плохо очень выдавливается. Ну, по очертаниям примерно сохраняются очертания, но размытые. Поэтому вот этот вообще очень плохо выдвился. Вот. Ну, так вот, такая распаковка. В принципе, в том, что я разочарована, я сама виновата. Вот, вот, друзья, хотела показать. Вот, собственно, как пробился фон. В принципе, вот этот большой цветочек еще куда ни шло. Остальное очень некрасивое, нечеткая, то есть края рваные и, ну, качество не очень. Бумагу пробивает на отлично, ножи очень острые, очень хорошие, качественные. Так что если кому-то нужны для скраббукинга именно такие вот мелкие цветочки, то берите, конечно, для скрапа подойдет идеально. Вот очень красивые маленькие цветочки получаются, но для фома вообще не подходит. Единственное, что, может быть, вот этот вот еще можно использовать, да. Остальные просто ужас. Ну, хотя можно, в принципе, все. Но мне не нравится рваный край. Поэтому кто занимается фомом, меня поймет. Такой у меня небольшой обзорчик. Все ссылочки будут внизу под видео в описании. У меня также активный еще промокод, так что пользуйтесь. И увидимся с вами в следующих распаковках. Пока-пока!